Ну что, продолжим. Итак, у нас диакритика уже заменилась. Но появилась другая проблемка. Теперь я не могу... Хотя тут разделение есть, как бы, чтобы два на горе взять. Но мне теперь не выходит его взять. Почему? Потому что это отдельная, и тут две строки получаются полностью одинаковых. Хотя с другой стороны... Хотя с другой стороны... Есть у нас такой интересный инструмент. Так как мы полюбили облибит, то мы сейчас сделаем так. Мы возьмем, создаем новый документ. Вставляем то, что у нас получилось. Идем в облибит. Делаем Duplicate Remover. То есть сейчас мы выделим цветом ячейки, которые нам... Так, он у нас закончился. Надо его обновить один раз. Для этого у нас есть специальная программка, которой мы сейчас кончим ключики. Перезапускаем его, чудо, оно работает. Так, выделяем все. Создавать бэкап не надо. Duplicate. Колонка, статус колонка, добавить справа колоночку. Конечно, сейчас будет море лишнего, но мы сейчас это все быстренько отсеем. Надеюсь. Так, добавим сейчас сортируем. И теперь смотрим. Значит, возникла у нас проблема. Проблема возникла в чем? В том, что
слишком долго так. Значит, так не будет. То есть мы не можем отсюда сразу отсортировать. А, нет, почему? Опять же, вчерашняя работа. То есть берем правый символ. Отсюда. Если он у нас будет слэш. Вот почему, например, нету. Потому что надо еще убрать пробелы. Формула СЖ пробелы съедает пробелы. Не здесь ее поставил. То есть из-за того, что у нас в конце пробел. И вот теперь получается мы... Ага, вот о чем я и говорил. У меня стоит сейчас, сбилось автоматическое определение формул. Вот у меня везде они как бы одинаковые, хотя формулы везде разные. Мы нажимаем F9 и мы получаем... Так, теперь нам нужно скопировать, вставить значение. И оставить только те значения, где... Значит, берем... Можно было сразу, конечно, написать. Можно было... То есть, если мы возвратим... Возвратим и напишем, если еще добавим условие. Если вот это выражение равно слэш... На самом деле вложенность формул позволяет реализовывать очень, очень неплохие вариации. Мы просто оставим единичку. Если же нет, мы оставим 0. Почему не пустоту? Потому что пустоту трудно убирать, а 0 легче. Вот мы. И вот мы получили там, где у нас есть данды, мы получаем единички. То есть на самом деле подход правильный. Так, теперь дальше. Сортируем по единичкам. Нолики убираем. Конечно, может что-то и не попадет. Хотя вроде должно все попасть. Вот теперь мы здесь применим регулярное выражение. Правда, не знаю, или именно в Excel. Сейчас посмотрим. Для чего я удаляю нули? Для того, чтобы можно было отсортировать и спокойно работать уже с, именно с нашими единичками. Ну... Стоп. Вот. Все, теперь пересортировываем. И вот мы получили 30 тысяч записей. Так, на всякий случай их переносим опять на новый лист. Мы можем сразу сейчас сконвертировать и все, но так как нам нужно еще и убрать по 130 символов, то мы сейчас... Что мы сейчас сделаем? А мы сейчас пойдем... Пойдем в мегасервис. Регулярных выражений. Прямо их тут ставим. Так, напишем, значит, какое нам нужно регулярное выражение. Значит, любой символ, не пробел.
Любой символ не пробел. 1,8. То есть может попадаться 8 раз подряд. Артём, уйди. Получается ерунда. То есть от начала строки возьмем. И таких сделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. И вот наша в чем проблема. Наша получилась проблема. То есть все То есть так у нас не выходит. Не выходит, не выходит. А почему не выходит? Потому что не везде есть, например, если два. То есть тогда, видимо, надо вот так. Вот так. Запятая 3. Тут пока что удалим. Вот иногда помогает еще галочка мультилайн, потому что она не всегда срабатывает. Так, и что же это у нас получилось? То есть 1,5. Вот непонятно, почему здесь, например, не выделяется. А, потому что мы сделали так, точка, звездочку. Так, вот вроде нашли правильный подход. Это уже более правильный подход.
Так, то есть что мы сейчас сделали? Мы сейчас полностью описали всю нашу строку от начала. Так, и теперь мы это можем видеть на replace. И теперь мы переходим на вкладочку replace. Так, на вкладочку replace переключается долго, так как оно сразу. И теперь из-за того, что мы делали группировку, что экранируется в скобочках, это группировка. Мы теперь, смотри, как мы это сделаем. Значит, мы теперь вставим 2. То есть мы вставили часть, которая отвечает за вот этот блок. Вставляем 3. Вставили strong. Вставляем 4. Правда. Так, останавливаем пока, значит, надо еще раз попробовать разобраться.